Так, а к чему ты клонишь? Ну, мы как бы с его мамой договорились, что вы поженитесь. Нет! Ира, они очень богатые. Я думаю, будет не проблема нам помочь. Мам, да я лучше устроюсь на вторую и третью работу, чем выйду замуж за какого-то незнакомого мужика. Меня могут посадить за наши долги. Мы и так полгода не оплачиваем. Еще буквально пара месяцев, и здравствуй, срок, от 3 до 5. Но, мам, я тебя прошу, хотя бы сейчас не будь эгоисткой и подумай о своей семье.